Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Англию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm в режиме случайных деревотехнологий и социальных политик. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных приятного продолжения просмотра. Раннюю империю уже можно открыть. И, соответственно... А, мастерство 5 ходов, тогда мистицизм надо все-таки будет открывать. Ну, видимо, задел их. Но я думаю, все равно бубух будет, бабах. Давайте я поселенцев... Не построил кораблик, что ли? Вы издеваетесь? Ладно, давайте... Египетская сила... Блин, так там сейчас норвежец построил кораблик, привет. Значит, надо бы и мне тоже строить. Ацтек, где ты договоришь, там у тебя КГшка есть, вот там воин орел? К тебе из Ордена могут прискакать вражеские всадники. Выше поднимаешься в лес, потом на одну клетку направо и, собственно, до упора вправо. И... Окей, спасибо за информацию. Галера два хода. Ну, я пока... Поселенцы, еще ходом переключу на галеру. В карте уже куча мест, где можно селиться просто. Ну, так радуйся, заселяй. Радуюсь, но я не хочу. Краген, я вот сюда город поставлю, ты же не против? Так, выше Умсы сказал. Ну, я вижу. Минус того, что тут очень много варваров. Просто 6 клеток и варвар. Главное их не запускать, и все. Пропусти, пропусти. Попробуй. Так, я хочу с норвежцем пока дружбу объявить. Люкс дружбу кинул. Ты видел, где кони находятся? И... В животноводстве. Рим. Я видел, где кони находятся. Рим дружбу кинул. Ну, в животноводстве. А так, может, нам тоже дружбу? Не те кони, не те. Я не прошу. А те, которые по две штуки за одно строятся. Грек живет-то научный какой. А, это пингала. Не стырили этого. Блин. Ух ты. Смотрите, какой тут кампус у нас может быть. Ну, правда, конечно, этот, но в принципе, да. Рудник, через ход под ним появилось железо. Да, понимаете, прекрасно. Ну только это ж прекрасно. А, соседи. Подойдешь теперь этим разведом. Тот тупик. Че ты мне? Люксу. А, че, где? Кого позвать? Так. Ну, разведом. Как мне две. Два ресурса морских обработать, блин. Там нет, там тупик. Ну ладно, раз ты говоришь, что... А, мы должны дружбу, да? Я забыл, слушай. А может информацию о столицах? Давай, обменяемся. Да. Ну что, ну мне надо смотреть тут. Ну, у меня три. Будет скоро третий ставится уже. Ну, судя по счету, все одинаково наспамили. Что-то мало только у мистера Ди. Империи. Да, у него три мало. Тут либо два, либо один. То есть у него один город, серьезно? А, вот третий идет. Ну, столица один, и еще один идет. От хаблов надо идти. Спорить их никак. Почему? Построй компаса. Да ну, бред. А что, за чудо не дают? Не ругайся. Нет, просто, короче говоря, варвар. Этим ходом я должен был построить чудо и выйти в золотой век. Мне 4 очка не хватает. Я должен... Варвар встал на чудо и не дал мне этим ходом построить. И я не выхожу из этого золотой. Мы так себе сочувствуем. Или нет. Или да. Вы сами не определились еще. Алексей, я думал, вы дальше.
это как-то. Так это мой, извини, третий город вообще. Если ты к Бирмингему пришел. Ой, дай тебе с конницей, орел. Бам. А что дальше? Тут горы. Тут как бы... Это вот за горами моя территория. Между нами с тобой вдвоем горы. Да не, я не спорю. Я в любом случае заселять эти горы не буду. Я не отключил орошение. Сейчас открою его и не ускорю. Блин. Зря сюда шел рабочим просто. Ну, кроме какая... стремления в темный век. Какой хороший человек этим ходом построил висячие сады. У меня достроились. А, нет, они у меня и достроились, я тупой посмотрел не в том. А вот и у меня не достроились. Ну, тут, конечно, надо будет кампус в будущем строить. Короче, валим тогда. Лошадей обработаю, потом надо будет оливки. Чтоб счастье появилось в городах. Это вообще печаль. А где тут этот ГГшка, который Люкс говорил? Так не умирай. Да мне разведа просто гонит варварский всадник. Причем гонит он его в снежной пустыне. Больше варваров. Так что прощай, разведчик. Не, пока оставлю на поселенца. Ты был хорош. Ты был хорош, но развед. Ты был одним из тех, кто просто хотел жить, да. Что брать, блин? А мне варвары бы я нет. Ты не в ту сторону идешь, ты ищешь ГГшку. О, я вижу, кто-то живет прям рядом с моей ГГшкой. Минус два довольства вообще. Интересно. Бело-оранжевые какие-то клетки там. Бело-оранжевые самолеты. Странно, почему в первую очередь... просто хьюман, привет. А где ты? А ты знал, почему в первую очередь на Бирминге? Я не знал, если честно. Ну вот тебе... Слушай, а по идее должны, когда человек первый спускает коня на воду, ему должны давать шедевр купания красного коня, мне кажется. Я тоже так считаю. О, я встретил ГГшку. Валетту. А? Да, Валетта классная. Она да, за веру можно будет покупать всякое, если ее засоюзить. Допустим. Сдачи кого-то. Просто, ну, а, так это... Предатель. Блин, я думал, это скаут этого Люкса бегает, а это скаут мистера Ди. Боже. Давайте дружбу тут со всеми, а то будете мне поселенцев ломать. Прохода бесплатно, а? Астек. Можем договориться? Нет. А давай... Почему? Так, тут лояльности никакой нету. В принципе... Ты нам, знаешь, хочу исследовать твою зону. Так, все тут я хочу после строителя галеру. Или может сразу галеру? Мне как бы тут строитель не так нужен, как это ускорение. Плохо, плохо очень, если знаешь? Объявляешь войну городу-государству, посты из него исчезают. А, давайте обработку бронзы уже. Я не смогу трех. Если я потом замерюсь, они не варвары. Да. Пойди так. А мне, кстати, всегда было интересно, вот если ты отвоевываешь кого-то город-государство, делаешь его снова городом-государством. Три посла. Посты в него возвращаются? Нет. Я просто даю три посла, и больше ни у кого нет. А где твои кони плавают? Американец, я тебе дружбу кинул. Ты либо прими, либо откажись. Да, я вижу, я просто ход закончил уже к тому моменту, как ты... Ну так отмени закончание хода. Это можно делать, прикинь. Уже. Я, кстати, не как знал, далеко может... машиностроение, это просто какая жесть. Так, ну как раз два заряда, я обработаю оливки, а потом чай. Да, мне, наверное, придется тут на камень ставить еще город. Спасибо варварам, которые отдают свою жизнь ради прокачки моих юнитов. Блин, может мне даже раньше поставить его сюда на камень? Привет, американец.
Здравствуй, скиф. Ну, просто если бы я его встретил... Ну, тут хорошие места, видите, вот я не зря попал. То есть надо будет туда... Какого? Так, ну что, где железо? Есть железо. Стены? Да. Нет. Да. Да. Я вижу три города-государства со стенами. Армия. Нет, у меня два города-государства, они без стен. Нет, стоят. Я вижу города-государства без послов, но со стенами, Хоровин. Вас со стен. Пец. Как тебе так? Ну, это отвратительно. Весь план нафиг. Ну, я пойду встречу с Киевом. Иногда это действительно единственный выбор, выход. Мой рабочий строитель придет и узнает, кто такие скифы. И да. Делать лошади, которые плавают. Ну, помогут. Хочется надеяться, что просто у всех остальных тоже не очень. Ну, хотя да. У Рима вон 15-17. Я что-то не вижу тебя. Я не вижу твоих границ даже, я не знаю, где ты. Да. Я думаю, реку Колумбию я заселю. Мне даже это... А где эти континенты другие? Все еще не найдены, да? Зашибись. Мне бы хоть, чтобы тут другой континент был, ну нафиг. Хотел Унцу или Кахокию? А, Кахокию возле Леши. Унцу хотел вынести? Да, Унцу хотел забрать. Но в третьем радиусе, считай. Ну, раз, два, три, четыре. В четвертом, да? Ну, кстати, в Унсе... Мне, наверное, все-таки сюда сначала буду ставить, чтобы к Криму... Тем более, там Унцу хочет выносить... А если ты уничтожаешь город, то получается лошади, допустим, там были, они же остаются, да? Если так. Да, остаются. Город... Стратегические ресурсы никак нельзя убрать. Хорошо, очень хорошо. Ну, они могут утонуть. С верховой ездой, навигация по звездам и деньги. Все, народ сказал, что да. Тут гавани, это трындец, надо, конечно. Для того, чтобы их открыть, нужно инженерное дело, верховая езда. Вот это мне непонятно, конечно, по какому принципу они это определяют. Это интересно довольно-таки, знаете, хардкоров прибавляет такого. О, у моего Вавилона появились стены, прикольно. Ну, американец, ну что это такое? Кстати, Ацтек, ты планируешь заселяться вот через ту кишку маленькую в одну клетку, где мы с тобой встретились? Ты вниз планируешь заселяться? Я возле кишки поставлю город, скорее всего. Mm-hmm. Так, ну мне надо еще одного поселенца. Вот сюда. А я... А Гонконг чей сюзерен? А почему ой. Я... Так, один три ход. Три посла, а ты меня не увидел. Почему? Может тебя поменять? Это... Видим, ну... Нет, не видим. А нет? С другой стороны, а что мне тут нет. Надо? Не, пускай да, будет. Может, я больше построю. Ну, американец, чё молчишь? Я наземные юниты пока не хочу строить. Так. Это война. Ну, просто тут появился... Я с кнопкой, ты сам. Я не собираюсь с тобой вывать, мне нужен спецрайон для ускорения. Все. Во втором радио... Вот, понимаешь, если бы ты поставил его на клетку выше, между кукурузой и пшеницей, я бы тебе слова не сказал. Знаешь, эту клетку я купил прошлым ходом. Блин, сейчас могут убить мисс Скаут. Я не про выкуп клетки. Забрал бы ты бы себе эту клетку, даже если бы ты ее за голду выкупил. Мне пофигу. Просто военный лагерь во втором радиусе моего города. Ну, во-первых, это не очень умное решение. Хорошо. А Лесум? Ты не видишь Лесум? Я пойду разведчиком сейчас и исследую твою территорию. Я просто сейчас открою инженерное дело, и там встанет три катапульты сразу. У нас на случай, чтобы если ты захочешь повоевать. Чтобы они за ход просто вынесли этот военный лагерь. Хорошо, я не собираюсь тебя убивать, поэтому делай что угодно на своей территории. Чтобы не было таких непоняток, давай мы откроем друг другу проход, и я пойду из света. Откроет проход друг другу. Не, ну, типа... Да все понятно, все хорошо. Мы все такие... Кстати, а ресурсами кто-нибудь не хочет? А, чай, ну, а, чай я смотрю, все, чай. У всех есть, ясно. Да. У меня янтарь разрушенный есть. Кто купит янтарь разрушенный? У меня вообще с люкстом плохо. Я тебя даже не встретил, что ты ноешь. Мистицизм, судостроение. Ну хоть сейчас. Англия на побережье ставит, но там пока грабить нечего вообще.
А, ну мне надо сюда идти явно. Поэтому через стрельбу из лука... Ну, блин, надо ли мне астрология? Почти настроение под этим... Краген, кажется, откуда нет. Наука без компусов? Спингалы, очевидно. Чай? А что... Нет, это у меня чай, а у тебя что? У меня тоже чай и этот... пингалы. А, ты пингалы уже качнул. Так а что, у Греции больше, чем у меня? Я Грецию не вижу. Ну, мы на равных идем. Почти там. Скоро я проснусь. А у меня же, если интересное железо, пингало. Так, ну вообще, наверное, все-таки поменяю. Слишком научно. Может, немножко наземных юнитов построю. И бустом занимаюсь. Бустом? Да, бустом. Е-буст. Привет. Привет. Корея. Где ты там? Ну, тут какие-то места. Скажи, пожалуйста. Оставь моего этого строителя. Тебе Гонконг строитель приплыл. Ну давай тогда мир заключим. Ну зачем? Ну, почему бы и нет? Вот просто так, вот просто. Без всяких обязательств. Ты там угрожал моему Гонконгу. Я. Осознал. Да, я осознал. Да, вот тут хорошо селиться будет, нормально. Если ты не хочешь, я тебя заставлять не буду. Судостроение? Где судостроение? Как ты можешь заставить, принудить его? Нет, я не говорю, что я могу заставить. А, слушай, недалеко. Я просто говорю. Так я могу там расселяться идти. Значит, мне можно... Я не понял, где... Так а давайте... Да, где мои дальние... Дима, чем давайте есть сюда. Смысл туда идти исследовать? Так, нет, сначала... Туда? Сначала, тобой. Блин... Чем-нибудь есть? Давайте астрологию сначала откроем, потому что колесо у меня сейчас ускорится. Можете сходить посмотреть. Там красиво. Не сейчас, а когда я железо обработаю. Я пошел. Астрология у меня вряд ли ускорится. Чудо природы вообще не находится никак. Почти третий уровень. И стрельба из лука вряд ли ускорится. То есть можно... Так, давайте, значит, так сделаем. Астрология, письменность... Блин, письменность... Так, тогда так. Астрология, стрельба из лука, письменность... Мне очень понравились варвары, которые это все время пушили арму. И они давайте так, потому что я два хода колесо ускорю. Надо судостроение будет открывать. Чтобы мои поселенцы плавали и тут города ставили. Поэтому я, наверное, этого поселенца поведу... Я успею открыть судостроение к этому моменту, поплыву сюда ставить. Чей тут варварский строитель? Ой, я ж город ставил. А это кто мой? О, кто говорит? Да, американец? Рим. А, ну ладно, я думаю, будем дружить. Ты как? Давай дружить. Ну, мне просто этот строитель нужен. А, он, зараза, он убежит. Ну, конечно, он убежал. Ух ты, тут у нас сахара сколько. И это скифские места. Блин, как тут все... спугнул. Это мы все рядом. О, чудо света, прикольно. Тут рядом с Римом и Киль стоит. Чудо хорошее такое. Чусь, я нашел массовое производство, где находится. Массовое производство я нашел тоже. Я ученичество, вот, правда, не представляю, как будем открываться. Хотя через астрологию, в принципе, можно. Так. Пойдем. Ну, мне гавани нужны. Я, конечно, коммерческие районы вообще не буду ставить. Я только гавани с моим уникальным районом. Но тогда как насчет поменять местами темный век и нормальный? Просто это, ну, ты ощущаешь себя нелогично. Ты, типа, в нормальном веке, а бонусы не получаешь никакие. Застой. Есть... Это надо было назвать не нормальный век, а застойный век. Ну или, например, да. На одноклонный стандартный век, что ты ничего не получаешь. Стандарт. Стандарт. Что есть, то есть. О.
Значит, письменность судостроения. Блин, тут варвары у нас тусят. И это все еще один континент, да? Мне нравится. Ну зашибись. То есть у меня вообще никаких бонусов. Согласен. Мне не нравится государство, которое меня окружает. Нет, не, один не, ну я не про карту, я про режим. Режим? Да, блин. Да, режим хороший, мне тоже нравится. Лучше, чем эти. Одобряем. Во всяком случае, нужно напрягать мозг, думать. Надо как-то бустить все такое. Думывать шаги. Мечники у нас находятся, никто не видел? В самом низу. Античный первый столбик, самый низ. Как ты их не видишь? Ты же астролог без письменности должен был открыть. Ну да, чем? Обработка железа. А, окей, я понял. Я астрологию не открыл. Так. Что нам дает Ядо Лакюдюль? Еще кроме культуры. Эй, Яфьядло Якудль? Да, это... Что она еще дает, кроме культуры и еды? Вывих языка, очевидно. Смотри на клетку, все, что на клетке, все твое. Нет, не очень интересно. Слушай, ну я прям ощущаю это удовольство. Точнее, недовольство. Так, пора строить коней. Заколебали варвары. Заколебали. Где-то на проекте один, да? Не, так. У меня варвары мучают. Мне правда очень больно от варваров. Давайте, наверное, краба этим что обработаем. Говори, но варвары это просто вынос мозга. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то я сделал неправильно. Ух ты, Буэнос-Айрес. Жалко, не я первый встретил. Да, ну тут надо будет город поставить в итоге. Когда-нибудь. Единственное место, кстати, нормальное. Так, и надо будет судостроением. Я дуболомом, очевидно, сюда поплыву. Хотя даже я, наверное, сначала судостроение открою, а потом обработку железа, апну в мечника. Нет, нельзя. Тут уже надо будет плыть. Этими поселенец уже будет готов. Леш, ты про галеру забыл или ждешь, когда у нас дружба кончится? Да, да, жду, когда дружба кончится. Сейчас буду галерой нападать на твой неапль. Окей. Кстати, у тебя же там Рим рядом, да? Караген, видишь, у скифов есть Неаполь. Рядом? Это очевидно римский город. Неаполь наш должен быть. Ну, вообще, да. Но нет, не согласен. Тогда уж, если историчненько, то Лондиниум должен быть римским. У меня нету города Лондиниума, есть у меня Лондон. Ну вот. Лондиниум, да. Как там на Индово, это значит военный городок? То есть да? Мы играем по истории, да, почему норвежское вторжение в Британию? Норвежское вторжение сейчас в Америку произошло. Вы воюете, что ли? Нет, мы не воюем, но я живу рядом с ним, так что все логично. Чей, правда все логично, Викинг, ты же вроде первый прибыл на территорию Америки. Ну, кто-то говорит, что да. Так. Пошли туда исследовать. Да, желтое море что-то не очень желтое. Блин, вот это, по-моему, эти норвежцы могут собирать сразу. Плохо. Я понимаю, если бы вместо Гонконга стоял город Циндао, тогда можно было сказать, что он у желтого моря. Так полный бред, кажется. Ну нету смысла что-то другое мне тут строить, на самом деле. Тут не кампус, то есть мне гавани надо открыть, а все остальное мне тут вообще нафиг надо. Поэтому и поселенцев строю в столице. Хотя, конечно, Пингала
хуже работает из-за этого, ну что поделать. Так, тут у меня на юниты же стоит, да? Да, ну и надо потом в гавани идти, очевидно. Да нет, ты брось. Ну нет, там просто... Чё, через инженерное дело, блин. Блин, еще и гавани надо, что еще инженерное дело открыть надо, блин. Вообще. Ну это какая-то подстава для меня. Это технологическое дерево. Ну, кстати, да, для всех с уникальными районами, возможно, это будет не очень удобно. Ну, хотя мне тоже гавани нужны, я тоже до них еще не добрался. Ну да, да. Ну, то есть я вот, например, не собираюсь коммерческие районы строить. У меня золото, ну тут золото... Хотя, слушайте, тут и в коммерческие районы тоже далековато, на самом деле. Тут как, в принципе, одинаково. Блин, меня беспокоит американец. Американец, давай поговорим. Вырази обеспокоенность. А, ты уже выразил. Его. Так, тут пингалу все на культуру. Он потом просто молчит, он поэтому вызывает обеспокоенность мою. Торговые пути здесь очень проблематичны. Ты хочешь нормальный торговый путь, тебе нужно как-то... Конечно, торговые пути очень проблематичны, если тебе, допустим, холмистая. Так, а давайте думать, место. Где мы... Блин, раз... надо было сюда слезать. Я думаю, что мне вот сюда надо ставить город. Блин. Что у тебя есть? Ну, я предварительно поставлю, хотя... Слушайте, может и тут будет хорошо. Не, даже тут, наверное. Слушайте, дайте я две метки. Потому что тут еще непонятно, что за территория. Это как бы не угроза, но просто сказал. Так, пока сделаю. Ну просто, во-первых, я не вижу твои границы, я по ним сейчас не пойду. А во-вторых, как бы действительно найдешь чудо света. Не хочу я в Кахуке отправлять. Хорошо. Так, тут два заряда осталось. Наверное, еще стоит бизнес, да? Крабов бизнес. Обработать. Тут-то появится сейчас. Или... Нет, давайте лучше вот этот скот. Этот появится, я лучше тут крабов обработаю, а тут скот нам все-таки культуру дает. Ну, плантацию. И не плантацию, пастбище дают культуру. Ну, высушил озеро, как бы тоже... Да нет, там на сваях поставил. Правительство будет слишком много воды. А, все тут? Почему у Норвега культуры больше, чем у Рима? Пингала. А, у меня вообще шесть культуры. А, так, ты, Караген, еще не качал пингалу, что ли? Ну, потому что вот это Норвег. Ну, он там вырастет. Какая у него столица? Американец, ты видишь столицу Норвегии? Сколько у него жителей? Я не вижу столицу Норвегии. Я не вижу. У меня пять жителей ровно. Ну, с пятью жителями не был в такой культуре. То есть ты хочешь сказать, у тебя пять культуры, да? Пингала дает. А 20 тогда откуда? Монументы. У меня остальные города по 5. У меня все три города, все 5. Господи, варвары душат и душат. Да. Я поплыву. Плыву туда. Слушай, ну скифы ж сами по себе варвары, я не понимаю. Да сейчас, сейчас, подожди, у меня кони на следующий ход выходят. Куда замуж, куда они выходят? Выходят кони. Я достал своих коней из застоя. Блин, да, слушайте, тут надо развлекать, может, не выкупать? Да. Я бы хотел крабов выкупить и ускорить. Да, то есть. Так, а нафига я тогда обработку железа открываю? Счастьем вообще проблем. Кажется, нафиг надо. Ну почему стали? Как мне стены надо построить? Я не понимаю этот концепт, почему я поставил город, получается, на холме. Он же не должен как бы убирать это удовольствие, или он должен? Я вот этого не понимаю. Чего? Какой? Ну, у меня, то есть, я поставил в Сеул, он, получается, у него есть выход к озеру, и есть, получается, побережью. Получается, выход. Но у меня было минус два, это довольство, как бы.
Почему? Причем тут я довольство к тому, что... Так ты... Я вообще ничего не понял. Смотри, ты путаешь стоит. Довольство и жилье, нет? Что сейчас? Ты путаешь довольство и жилье? Нет, я говорю про довольство. А то как относится то, что ты ставишь на озере или на воде, к довольству? Ну вот я не знаю, у меня почему-то было минус 2 довольствия, сейчас стало 0 довольствия. Я не знаю почему. Так а почему ты думаешь, что это от воды зависит? Это зависит от населения твоего. Ты же не поставил прямо город, и тебе сразу минус 2 довольства в нем стало. У меня был сразу минус 2 довольства. В городе с одним жителем. Подожди, в городе с одним жителем? У меня минус 1 сразу в новом городе. Ну в новом минус 1, это еще... Это понятно, а минус 2 сразу с одним жителем? У меня на холме стоит он. Я не знаю почему. Это как-то повлияло, может быть, ну? Да, я, наверное, тут поставлю город. О, слушайте, тут еще место есть. Я надеюсь, тут... Люкс, меня очень сильно пугает, что у тебя сила в 2 раза больше, чем у меня. У меня вот корабли. Так строй армию, если тебя пугает. Я с ним хочу дружить. О, кстати, будем дружить. Я хочу дружить со Скифом. Я спрашиваю, ливать будем? Да, присылай. Тамирис, мы можем как-то подружиться? Блин, нет. Сколько тут и стоит клетки идти выкупить? 40, никак то есть сотка нужна, чтобы... Я хочу этого краба, так поэтому давайте... Армию, что ли? Нет. Ты опять совершаешь ошибку. Давайте я, наверное, схожу сюда Монголии, этим. Да. Когда я был от тебя за 33 клетки строил армию, потому что я тебя угрожал. Нет, я не строю армию, хоть у меня 161 боевая мощь. У меня просто очень много варваров. И они очень надоедают, и все. Это единственная причина, почему у меня есть армия такая. Это ты. Блин, ну где дипломатическую ставить? Мне все эти леса нужны, я бы их не вырубал. Вот тут можно фермы построить, вырубить луга и построить фермы. От скифа. А поскольку удовольствие здесь очень... Ну давай, мы рады. Я не могу так отбрасываться на ресурсы, извините. А его не показывает, не парься. Тамирис, оливки мы, может, на ткань ты мне хочешь поменять? Блин, как-то плохо все. Ты вот 4, я взял плюс 1 культуру на плантации, поэтому мне хорошо. Я тут высажусь дуболомом, наверное, надо все-таки апнуть в мечника. И пойду вот сюда сплаваю. Математику я точно никак не ускорю, а инженерное дело могу попробовать. Стены построить. Так, тут я еще постою. Что не говоря, ванили очень бесит варваров. Просто, от независимости. Так они и в ЦПЛ такие же. Не знаю, в ЦПЛ мне как-то поспокойнее. У меня с ними хорошие взаимоотношения. Блин, 20 ходов в стены. Производства вообще нету. Ну я бы в Бирмингеме, конечно, стены строил. Приветствую, Рим. Да. Вообще производства нету. Говорим, слушайте, давайте я, наверное, поплыву этим скаутом сюда, потому там? Что. Ну, вообще никто не пришел, у меня бессмысленно стоит, получается. Появится. Окей. А у меня просто рабочий построится, передвинется. Я же тебе только что это озвучил. Да, я думал в игре. Поэтому мог проспать, прослушать и так далее. И тому подобное. Американец предложение. Петру, конечно, как раз я открою в математике. Я бы тут построил Петру в Плимуте, но она, наверное, очень будет долго тут у стоит. У меня вроде не появилось.
Перекинь, пожалуйста. Ну, нет, кинь сам прихода. Тогда. Я открытые границы кину. Только через два построится рабочий, так что. Чё говоришь? Только через три хода. Да, окей, окей. Или ты, может, благовоние у меня есть? Но... Жри благовоние. Можешь не торопиться. Нет, я просто говорю, что, может, как-то поторгуемся. Кстати, у меня лишние оливки. Рим, у тебя там сахар скоро будет? Что? Я просто застроил торговлю. Чай. А чай с сахаром или без? Я с сахаром. Люкс, ты видишь, где мой посел сейчас? Возле варварского разведчика. Ты ж не хотел туда сидеть. Ну, смотри, прачник его не убьет все равно. Ой, блин, тут кони. Я проатакую. Но... Тебе надо еще лучником из лагеря. Олигархию возьму. У меня нафиг античную республику, если у меня вообще не капает никаких очков великих людей. О, я так много. Я просто сейчас. Так, поселенцев, думаю, если юниты. Я здесь город поставлю. Против. У меня лучник не дотягивает. Строители. Лучник. А, действия нет. Имеется. Скажите, а на стены ж тут нету? Потом. Мне очень приятный бонус. Да, нету. Потому что я посела сейчас терять не хочу. Давай так, если, ну, типа... Леш, ты решил ко мне переселиться? Я просто внизу хороший. Ну, этот город, ближе... Короче, это от моей столицы 5 клеток. Да, у меня нету места, и это 5 клеток. Город, но мы как минимум один союз заключаем, а я вообще сразу бы на 2 договаривался. Давай на 2, я с тобой тоже сейчас упираться не хочу. Давай, два союза туда. Ставь. Я отошел посел, я надеюсь, что его сейчас не схватит, если схватит, будут мои проблемы. Вот, ну вот где-то там будет мой город стоять. Хорошо. Чуть-чуть пониже еще на клетке на 2. Не знаю, я бы, наверное, лучше кукурузу обрабатывал. Ну да, с местами, конечно, проблема, особенно вот эта пустыня. И с золотом проблемы. И с довольством. Лучше бы они добавили настройку, чтобы можно было добавить эти... Ты будешь что-нибудь делать? Биомов в процентном соотношении выставлять, как в том же Endless Legend и так далее. Что в процентном? Вот было бы хорошо. Биомы. То есть ты ну там да. 20% в пустыне поставил, там больше такой, меньше такой. Ой, слушай. Ну, то есть если нет России, то тайгу вообще можно вырубать нафиг. Наша Россия в джунглях себя тоже неплохо чувствует. Даже лучше, чем в тайге. Тогда... Было бы хорошо. Очень даже. Но так, Люкс, виду, а со мной ты собираешься союз или воевать собираешься? Вопрос. Нет, мне с тобой воевать вообще не выгодно. Так что можно союзиться. Города у тебя там грустные какие-то на побережье. Просто а что нужно, чтобы убрать, допустим, пряность? С холма, что нужно? Пряности так. Как не уберешь? Пряности... Блин. 50 там, по-моему, надо. Сколько? Да, 55, ладно, подождем. Это проблема. Куда поедем? Ну, вот то, что точно они не починили, это зависание в стратегическом режиме игры. Не, ну сюда точно тогда не хочу ставить. Тогда давай пряностные оливки, давай. Блин, слушайте, ну тут же тоже, ну, блин, тут, конечно, есть кампус, но во всем остальном тут клеток кидай. Практически нету. Я уже нету. Отправил. Блин. Не знаю, как тут развиваться, честно говоря. Блин, ну я стены 4 хода. Ну, может, в Лондоне тогда ну, стены построить? Дорогам перемещаться. У меня очень... 3 хода. О, давайте. Такие странные стены. Просто там переходы. Да тут нафиг. Между этими, получается, континентами. Просто тут кишка тонкая, тонкая вообще. Представляете, сколько все строится клетки, здесь. Все. И вот тебе сразу новый континент. Просто мрак, ладно, давайте монумент. Нет? Я не хочу здесь ставить города, потому что у меня иначе вообще места не будет. Слушайте, может сюда пока поплыву, вдруг тут хорошее место? Да, конечно. Нет, все, я дальше, я же говорю, до Колумбии. Тут мы держим деньги для апгрейда мечника. Дальше уже я живу. Я верю.
Блин, шикарные какие места у американца. Горы, все есть. Холмы есть. Я невозможно. Просто стены и все. Там ты как бы... Ну, таран. Таран. Там, нет, там стены и 23. Там нет стены и 40. Стены и 25. Ну, вот унца 35. Унца 35. Кахокия 23. Но 35 с тараном берется. У меня таран есть, я сейчас легионер. Ну, мне, конечно, надо будет торговые города государства союз, потому что они будут давать. Но опять же, пока у меня нету районов, смысл. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!